каждая Вилга набирала обороты. Но, конечно, те проекты, которые мы сегодня увидели, они настолько уже стали взрослыми, они настолько содержательные. И вот и Николай Иванович, и другие коллеги ходили, записывали фамилии ребят, эти разработки, потому что там действительно очень много совершенно новых инновационных вещей, которые точно могут быть востребованы в разных отраслях. Здравоохранение, там, в промышленности, в сельском хозяйстве, в гуманитарной сфере, в работе с молодежью, в работе с разными категориями граждан. Ну, то есть просто я скажу, что глубина и масштаб того, что ребята сюда приносят, уже действительно по-хорошему удивляет. Если брать первую Иволгу и сегодняшнюю, это огромная разница. Если на первой Иволге все было как-то так, игрой, может быть, или чисто такое мероприятие, где, может быть, и молодые люди приехали для того, чтобы повеселиться и отдохнуть, то сегодня совсем другая атмосфера. Представьте себе, было 11, даже 12 тысяч заявок, из 12 тысяч участвует 2 тысячи. Каждый шестой только попал на Иволгу, и каждый, кто заявлялся, был с проектом, то есть со своим проектом, что-то хотел предлагать. И вот то, что сейчас Михаил сказал, вот все проекты, которые мы слушали, каждый проект от земли реальный. А первый раз, когда мы слушали, ну там может быть 1-2 максимум, которые можно было вот взять сразу и двигать дальше. А сейчас каждый проект абсолютно реальный. А самое главное, что мы увидели там почти 2000 очень активных, содержательных, образованных людей, которые хотят работать и хотят себя реализовать на благо России. Это самый важный результат.